Всем привет-привет! Это канал Котики на Котике, и мы сегодня будем с вот этим замечательным енотом распаковывать какую-то посылку. А вот и не распаковывать. Мы будем делать проект. Скоро Новый год, и нам нужно сделать какую-то красивую штучку на новогоднюю. И для этого нам нужно... Что у тебя есть? У тебя есть... случайно дождик там, или может быть у тебя есть какая-нибудь блестящая-приблестящая мишура? Папа, это все может быть на балконе. У тебя есть? Сейчас нету. Жаль. Есть только на елку. На елку. Да. И мишуру мы ее не вешаем. Не вешаем? А у тебя кусочки мишуры где-то были? Их нету. А где они делись? Ты их подстригла и выкинула? Я ничего не подстригала. Ну ладно, мы будем делать красоту новогоднюю. Да. Да? Да. Тогда собираем все, что нам нужно. Что нам нужно? Мишура. Блестяшки украшающие всякие. О, палочки зеленые в мишуре, помнишь? Мамины. Помню. Что мы нашли? Показывай. Вот эти две палочки, вот такие мячики и еще вот такие красные. Да. Берем. Вау. Берем и делаем вот так. Нам их надо туда как-то запихать, да? Да. Запихиваем смотри, их в бутылочку. Они сыпаются. А? Они могут усыпаться. Ну ничего. А фонарик можно туда еще положить? Так мы же фонарик и будем делать тебе ночничок новый. Круто? Да. Думаешь? Да. Закажешь. Вот. Мы вот так вот засунули. Теперь давай запихивай туда. Этих набросай. Папа, а ты пока вот эти откроешь? Хорошо, сейчас открою. По одному прям запихивай, да и все. Они потом попадают. Не переживай. Ну что, получилось? Это палочка. Сейчас мы попробуем так, как будет красиво. Вот тебе красненькие. Надо чуть-чуть, много не надо. Все, давай. Так, это идет. Делай. Это будет наш с тобой проект, да? Да. А я пока фонарик туда приготовлю. Хорошо? Да. Он так прикольно выглядит. Да. Ручка-то мне в помощь. Кого? Ручка мне в помощь. Хорошо. Так, еще вот ты это подзапихивай. И вот это. Ой. Так, хватит пихать. Давайте теперь будем делать фонарик. Это нам надо туда запихать, да, аккуратно. Да, вот такую вот гирляндочку запихиваем. Мне кажется, мы слишком много будет. Нормально. Мне кажется, что нормально. Пропихивай туда, пониже. Пониже? У тебя же там ручка твоя волшебная. Да, у меня. Дай на секундочку. Вот, мне кажется, вот так вот где-то. Вот так тебе кажется, что будет нормально? Да. Да? Мы будем ее использовать в детстве. Да. Ты нам расскажи какой-нибудь стишок новогодний. Я его не знаю. Ну, что-нибудь расскажи интересное про Новый год. Какой-нибудь факт. Интересный факт про Новый год от Кирочки. Я никаких фактов о Новом годе не знаю. Почему? Я могу сказать факт о вот этой зеленой мишуре, которую мы засунули в нашу банку. Ну давай, рассказывай. Она осыпается. Это хорошо. Это плохо. Почему? В бутылке-то она осыпается, она же не в квартире осыпается. Да, но она иногда может в квартиру попасть же. Почему? Просто не знаю. Папа, ты тоже все испортил. Нет, нормально все. Мы сейчас вот это вот все распушим вот так вот. Вот. Подождите. Давай еще. Не трогай. Там не трогай пока. Куча. Да, там еще целая куча. Ну, рассказывай. Какой у тебя проект в школе там будет? Ты же какой-то проект готовила в школу. Ну, в школу готовила, и он оказался нам не нужен.
Почему? Потому что в итоге, ну, я готовила проект про мою кошку, про кота, про старого кота, про моего. А почему не Хотя нужен? Могла про Мурку. Ну, Муркочки же уже нету. Ну, нету. Вот, практически я уже закончил. Убираем. И будем закрывать пробочку нашу, да? Да, пробка? Да. Вау. Вот смотри, это как будто бы бутылка с пробкой. Вот такой. Сейчас мы это все вот так вот размешаем. И вот у нас получилась вот такая бутылочка. Папа, выключишь свет? Выключу. Сейчас. Выключаем свет и включаем нашу бутылочку. Вау, как она красиво светится. Она будет у тебя как ночничок, да? Да, и вот так вот ставишь. Как тебе красиво. Идея? Красота какая-то. Это подходит на проект в школу? У нас же нету проекта никакого. Уже нету? Я буду про шоколад рассказывать на следующий проект. Но все равно у нас получилась красивая бутылочка, ночничок, да? А можно твои ласки покажу? Ну, теперь я думаю, можно. Прощайся со всеми. Всем пока-пока. Это был канал Котики на Котике. И мы сделали ночничок для Кирочки. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.